Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета все так же живет в бешеном ритме. 6 декабря в ее стенах прошел очередной мастер-класс. В этот раз спикером выступила Ирина Нежельская. Тема ее выступления перед студентами 1 и 2 курса факультета журналистики стала специфика освещения тем криминальной направленности, в том числе на примере резонансных новостей. То есть криминальные новости, они в любом случае всегда связаны с какой-то человеческой трагедией. И задача журналиста, и работа, профессионализм журналиста – сделать так, чтобы обезопасить тех, кто еще не стал жертвой, и не навредить этой жертве, вот, которая не навредить жертве своей новости больше. Об этом, собственно, и был разговор. В этот день поднималась тема этических норм в работе журналиста. Как рассказывает сама Ирина Алексеевна, как таковая специфика криминальных новостей заключается в эмоциях, причем окрашенных достаточно негативно по сравнению с повседневными новостями, которые мы смотрим или читаем изо дня в день. Главная задача журналиста – основываться на захвате внимания телезрителя, на негативной новости. Но при этом он не должен оставлять аудиторию наедине с негативом. Всегда трагедия или не трагедия, всегда есть действующие люди, персонажи. То есть мы даем общую информацию, журналист еще всегда вытаскивает человеческие истории. Несмотря на свой негативный характер, криминальные новости останутся популярными и актуальными долгое время. Ведь благодаря им мы получаем массу нравоучений. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.